Բաժանորդագրվեք գրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Огромную сумму денег передали Արցախу, друзья. Напомню, что Արցախу передали очень много денег из бюджета Армении. Ереван также все свои расходы практически сократил и передал деньги Арцаху. Я не знаю, ценит ли это вообще арцахцы, ценит ли это карабахский клан. Сейчас мы ответим, друзья, вашим этим блогерам. Вот. И построена новая дорога, около 11 миллионов долларов потрачено. Теперь, что касается блогеров, и далее я перейду на английскую страницу, потому что здесь нету вот этих камер для того, чтобы подсоединить прямой эфир. Теперь, что касается кочаряновских блогеров. Почему все-таки у них так жопа горит? Почему они все время возвращаются к моему имени, да? Вот смотрите, я даже не буду называть имя этих блогеров, потому что это будет чересчур, если я начну пиарить этих блогеров, да. Мои эфиры загружаются во многие YouTube-каналы, и я не собираюсь пиарить кочаряновский сброд. Теперь я отвечаю на вот этот эфир этого сына шлюхи, да, который говорит о том, что якобы мы с Рубеном Меграбяном давали интервью азербайджанским каналам. Вот передайте этому сыну шлюхи, да, который сидит в Москве, вот этому блогеру-наркоману, да, что мы никогда не давали никаких интервью. То, что он обманывает в своем эфире, это еще раз доказывает, что те, кто за ним стоят, кочаряновские твари, да, и кочаряновские преступники, это их обычный метод пытаться кого-то оклеветать. Теперь, вот этот наркоман, который, кстати, несколько дней тому назад обратился от имени армянского народа к Владимиру Путину. А кто ты такой, блогер из Москвы, сын шлюхи, что ты обращаешься от имени армянского народа к Путину? Армянский народ не обращался к Путину. Кто ты такой, жалкий трус, который сидишь в Москве, да, ты жалкое чумо. Ты сидишь в Москве, и ты обращаешься к Путину. Армянский народ – это не трусливые блогеры, которые сидят в Москве. Если бы эти армянские блогеры Москвы были бы действительно настоящими армянами, они бы сидели бы на границе. В течение года ты, жалкое чумо, сколько раз ты появился на границе? То, что ты постоянно трогаешь меня, я понимаю, что те, кто стоят за тобой, дают тебе приказ. Я понимаю, что жопа горит по полной программе у многих армян России, которые работают в посольстве, которые работают в армянской организации России, которая грабила, да, грабила помощь армян. Я напомню, что армяне России шустрые аферисты. Ох, как сильно заработали на войне, да. И они это делали многие-многие годы. То есть главы армянских организаций, армянские священники России, работники посольства, они чем занимались? Они что, разве помогали Арцаху? И вот эти блогеры, на самом деле, это жалкие шавки, сыновья шлюх, которые свой поганый рот открывают на меня. Я никогда не давал интервью азербайджанским каналам, но если я захочу дать интервью азербайджанским каналам, я не буду спрашивать у сыновей шлюх из Москвы, которые сидят и строят из себя блогеров. Ты понял? Ты и для меня, армянина, и для азербайджанцев, и для русских, ты всего лишь как блогер, жалкое чумо с наркоманскими глазами. Ты никто. Вы не можете, армяне Москвы, блогеры, вообще свой поганый язык на меня открывать. Кто вы такие, жалкие трусы? Над вами смеется весь Азербайджан, вся Армения, и все армяне, мужики нормальные, смеются над вами, потому что только сын шлюхи может сидеть в Москве и угрожать мне. 4 года вы мне угрожаете. Что вы за сыновья шлюх, что вы дальше угроз не проходите? Вот были два чмошника, которые тоже мне угрожали, на них возбудили уголовные дела. А теперь они молчат, вы знаете? Вот это и есть две пидовки армянские, которые угрожали и дальше угроз своих не могут идти. Поэтому армянским блогерам Москвы я посоветую свой рот поганый заткнуть. И вообще не критикуйте Пашиняна, потому что вы даже говна не стоите Пашиняна. Вы критикуете своих священников, которые на погибающих армянских парнях деньги заработали. Вы говорите о своих священниках, которые после войны держали помощь в своих подвалах. Кто ты такой? Наркоман кочаряновский, что ты обращаешься к Путину от имени армян. Кто ты такой? Армяне, Армении, армянский народ, это армяне, которые живут в Сюнике, в Гегаркунике. Кто вы такие? Вам дают приказ гавкать, и вы гавкаете. Вы говорите про то, как вы 44 дня воровали помощь
армян Армении. И вы всю жизнь это делали. Теперь армянские блогеры, вот эти, которые гавкают на меня. Сука, что ты врешь, что мы давали интервью? Рубен Меграбян, вы даже грязи не стоите Рубена Меграбяна. Вы говорите о Рубене Меграбяне. Кто ты такой, наркоман, сын шлюхи? Это что ты говоришь про меня и Рубена Меграбяна, что мы давали интервью азербайджанскому каналу? Теперь, что касается азербайджанцев, а так как азербайджанцы слушают меня. Значит, мнение наркоманов, представителей карабахского клана из Москвы, не является мнением армянского народа. Армянский народ будет идти к миру, и армяне России, которые грабили 30 лет, послы, главы армянских организаций, священники, вот эти сучьи отродья, которые грабили Армению и Арцах, да, которые ничего не сделали для Арцаха, вот эти сучьи отродья, которые дают приказ своим блогерам гавкать на нас, дай бог, чтобы вы горели в аду, что вы на армянских парнях столько денег украли. Вы разве армяне? Вы твари, вы нелюди, твари, просто чудовища, больше никто. Священник, как может священник воровать на помощи деньги? И правильно BBC писала, вот, кстати, армянские блогеры Москвы пишут, что BBC писала, что армянские священники трахаются с парнями. Пишите про это, статья BBC. Действительно это правда, что армянские священники трахаются с парнями? Об этом писал сайт BBC. Вот вы идите к священникам и делайте интервью. Скажите, вот BBC говорят, что вы трахаетесь с мужиками. Это правда или нет? Вы же такие крутые, смелые. Ну иди, может тебе священник дает приказ на меня гавкать? Иди и скажи, вот BBC говорит, что вы трахаетесь с мужиками. Это правда или нет? Теперь, значит, этот сын шлюхи, который обратился к Путину от имени армянского народа. Ты, обсуждая наших армянских олигархов, позорников, которые ни одного исторического сериала не сняли для Армении. А что это за армянские олигархи, которые не могут потратить 10 миллионов долларов и снять один исторический фильм? Армяне России считают, что их олигархи, которые только могут тратить деньги на кебабные вечеринки. Вы в восторге от своих олигарха, вот армянские олигархи, Рубен Вартанян, например, там, я не знаю, Ара Абрамян, хоть раз они сняли какой-нибудь исторический фильм, помогли миру узнать о наших великих армянах? Что-то я не знаю ни одного армянского олигарха, который снял исторический фильм о Армении. А что же вы так любите Армению, не снимете исторический фильм? Или вы только способны вот таким сыновьям шлюх, этих блогерам, давать команды гавкать на Рому Багдасаряна? А сегодня Рому Багдасаряна слушают больше, чем католикоса всех армян Гарегина. Понятно? Вот вы можете свою жопу там в Москве рвать дальше, а сегодня Рому Багдасаряна слушают больше людей, чем католикоса всех армян. Позавчера католикос ехал в Москву, католикос, ни один армянин в аэропорту не подошел к Гарегину и не сказал: «Гарегин, благослови нас, Гарегин, поставь руку на нашу голову». Ни один армянин не подошел к Гарегину и не сказал: «Гарегин, благословите нас». А когда я хожу в аэропорт, когда я сидел в самолете авиакомпании «Армения», стюардессы могут подтвердить, стюардессы авиакомпании «Армения» подошли ко мне, видели, что 10 пассажиров, говорят: «Спасибо, Рома, за все, что вы делаете». Говорят: «Вы пересаживаетесь по решению нашей авиакомпании в бизнес-класс». То есть Рому Багдасаряна приветствуют в самолете в аэропорту, пересаживают в бизнес-класс, а Гарегину позавчера ни один армянин не сказал: «Католикос карак дукмес ничего барихос керасэк». Вот о чем надо говорить. Дальше. Эдгар, другой блогер, я к нему не имею никаких претензий, Эдгар Хамбарцумян в своем эфире сказал как-то: вот Рома Багдасарян поддерживает Пашиняна. Эдгар, я никогда не обсуждаю других блогеров, да? К тебе, кстати, я отношусь хорошо, но я никогда не обсуждаю других блогеров. И я попрошу никого не обсуждать меня. Если какой-то блогер набирает на моем имени просмотры, он не знает, что говорить, да, то это другое дело. Теперь Эдгар спрашивал: мне не стыдно будет, что я поддерживаю Пашиняна? Я горжусь тем, что я поддерживаю премьер-министра Армении Пашиняна. Я поддерживаю Пашиняна и горжусь этим. А кого вы поддерживаете, Эдгар? Эдгар, говори, пожалуйста, о воровских понятиях среди глав общин России. Ты считаешь, что когда глава общины вор в законе, это хорошо?
То есть что, армяне что, должны критиковать Пашиняна и восхищаться ворами в законе, главами общин? Почему вы не говорите про свои проблемы? Разве вы не знаете, что всех армянских бизнесменов убивают сами армянские воры в законе и бизнесмены? Так говори об этом. И посоветую другому блогеру, который врет, что якобы мы даем интервью азербайджанцам, я посоветую вот этому сыну шлюхи, который обратился к Путину от имени армянского народа. Послушай, наркоман, обсуждать таких наркоманов, как ты, вот у тебя глаза наркоманские, говори про себя, чему конченое, целый год прошел, ты мразь, сидишь в Москве, иди поддержи своих братьев в Арцахе. Ты чему, у тебя столько подписчиков, а у твоих подписчиков мужиков нет, да, храбрости пойти поддерживать людей на границе? Вы же мужики. Чего вы сидите под тампоном своей жены? Между ногами бегаете своей жены и под тампоном сидите, чтобы не промокнуть. Идите, стойте на Арцахе. Те, кто пытаются меня там расправиться или что, вы слушайте, сыновья шлюх. Кто вы такие жалкие трусы, чтобы со мной расправляться? И Азербайджан, и Армения, и вся Россия знает, что вы жалкие трусы, у которых нет даже столько мужества защитить своих братьев. Вы бросили во время войны своих братьев, твари, и сидели шашлыки жрали. А у вас мужества не было защитить своих братьев? Что вы за армяне, которые брезгливо отвернулись от своих церквей? Вы теперь сидите под этой тварью наркоманом, пишете комменты против меня? Слушайте, вы чмошники, цыгане и варвары. Я вас называю цыганами. Потому что цыгане, как вы, отказываются от своей родины, у них нету родины. И как вы, цыгане, отказываются поддержать своих братьев и своей церкви. А вы сидите возле своих жен, возле своей тещи и говорите, что вы тиграны великие, да? Сидите, пишите против Ромы Багдасаряна. Что у вас за трусость такая, что вы 4 года возле тещи, возле жены лаете? Неужели у вас в штанах ничего нет свои обещания выполнить? И Азербайджан, и Армения, и Россия знают, что вы жалкие пидовки, сторонники Кочаряна. Это вы убили армянских парней во время войны. Вы что, думаете, что вы Пашиняна можете осудить? А сейчас я говорю, что 40% армянских парней убила армия обороны Арцаха. Убили арцахские офицеры, убили арцахские генералы, дали приказ убивать армянских солдат. Вы об этом говорите, блогеры Москвы? Свой поганый рот на Пашиняна не открывайте. Вы рассказываете, как армянские солдаты погибали по приказу армянских генералов. Расскажите всей Армении, как Мадагыси 200 парней убила армия обороны Арцаха. Не можете рассказать? Мадагыси, как вы убили 200 парней? Специально, чтобы было много погибших. Карабахцы делали все возможное, чтобы убить много армянских парней. Потому что карабахцы думали, что если будет много гробов, они сумеют выгнать Пашиняна.